И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Зора 22, и у меня почему-то Фрапси очень-очень сильно сейчас проседает FPS, так вот, вроде лучше. Так, и сегодня у меня будет такой мод на секретные блоки. Да, эти секретные блоки, они будут такие интересные, как бы можно назвать их даже. Вам очень понравится. Я не знаю, может, если найду их, я просто их давно скачал, свою сборку создал с этим модом. Если я найду эти моды, то... Точнее, этот мод. Я его вам скину. Так, и первый мод, это так. Вот эта деревянная дверь у нас получается. Так, чтобы она стала, надо вот тут поставить. И теперь будет такая вот у вас. Хопа, вы сможете открывать здесь, проходить, вот. Следующая дверь, это у нас железная. Вы ее открыть не можете, но вы можете поставить вот такой блок. Он что-то наподобие редстоуна. И вот мы его сейчас поставим вот здесь. А вот этот блок, как видите, уже там рычаг нашел. Ставите его, нажимаете, открывается дверь. Закрывается. Вот такой мод. Ну, не мод, а этот блок. Так, теперь надо дальше не вспоминать блоки. Так, стоп. Пока. Так, этот блок вроде мы можем проходить то ли насквозь, что ли, я забыл. Так, ага. Так, этот блок какой-то. Я забыл, какой. Чё он там? Так, этот блок я не помню, извините. Так, этот блок. Тоже почему-то не помню. Что-то я все забыл. Все эти блоки позабывал. Так, ну, значит, с этими блоками прощаемся. Но не навсегда, у нас есть еще блоки. Например, вот такой блок, такой, это я... Да. Так, ставим вот такую вот штучку. Тут, например, вы думаете, что тут обычная стена, а тут за стены хопа, и тут стекло. Ну, вот такой вот мод. Да блин, что ж я говорю, все как концовку, так, это я не помню, извиняюсь. Вот этот блок мне очень нравится, очень такой, да блин, прикольненький блок, в общем, который вы сможете проходить насквозь его, вот так вот, вот такой вот блок, то, но это еще не все с этим блоком, по-моему, этот блок, да, можно сделать так, чтобы вы не могли сквозь него пройти. То есть идет какой-то игрок, о, я знаю, что здесь типа этот закрыто, и тут, ну, что тут можно сквозь пройти, он хопа пытается пройти, а не может. А почему? Потому что тут нажали рычаг, вот видите, верхний я могу, а нижний не могу. Открываю все и прохожу. Вот так вот. Потом. Так, у нас еще... Так, понял. Это люк. Секретный люк. Вообще, который можно сделать там. Вниз что-то прокопать. Шахту секретную сделать, которую вы только будете знать. Вот как туда пробраться. Так, и... Это все вроде блоки я показал. Ну, в принципе... Вроде-то и все показал блоки, но все-таки я вот забыла, что делает вот этот блок и этот блок. Надо сейчас сейчас подумаем. Сейчас, так, может тогда редстоун обычный поставить попробовать. Так, смотрите-ка. Этот блок действует как кнопка. То есть этот вычеркиваем из списка, этот тоже как кнопка, только деревянная, похоже. Так, а эта кнопка... Это что-то типа рычага. Опять же. Что-то типа рычага. Ну, вот мы и разобрались. Так, у меня там салют пускают, стреляют. Потому что Новый год скоро. Я, кстати, всех поздравляю с Новым годом.
всем говорю спасибо, кто подписывался на мой канал, кто смотрел мои видео. У меня был, кстати, юбилей, но я почему-то пропустил его, да. Меня не было, потому что... И у нас было 100 просмотров у видео с моим другом, который зовут мистер Крис, который сейчас еще на парах учится. Вот, так что на этом мод себя исчерпывает. Сейчас посмотрим. Нет, тут больше у меня мода нет никакого. Я не ставил на 1.3 этот, ну, на эту сборку больше ничего не ставил. Ну, в принципе, ну, я все вам показал. И если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, всем пока, всем наступающего, осталось 6 дней до Нового года. И говорю вам, ну, короче, все, стоп, снять.